Итак, 50% успеха настройки карбюратора зависит от исправного двигателя. А именно, неизношенная поршневая группа, полный порядок с клапанами, неразбитый коленвал, непроблемное зажигание. Остальные 50% успеха – это целые резиновые мембраны, чистые топливо-воздушные каналы. Обеспечено герметех соединений там, где это необходимо. Особое внимание стоит уделить вакуумной магистрали, которая ведет во впускной тракт. У меня она заглушена, проблем с нею нет, так как у меня стоит обычный краник, а не вакуумный. У тех, кто пользуется вакуумным краном, включается прорыв мембраны, и топливо попадает в вакуумную магистраль и прямиком в впускной тракт, что сильно обогатит рабочую смесь. Также нужно уделить внимание пусковому обогатить, а именно посадочному месту. Например, так быть не должно. Если у вас также болтается обогатительный клапан, следует заменить уплотнительное резиновое кольцо. Итак, если все условия выполнены, настройка карбюратора сводится к одному регулировочному винту. Он находится у нас здесь. Винт упора дроссельной заслонки. Он ограничивает ее перемещение в закрытом состоянии. Если у вас нарушена регулировка этого винта, то необходимо его отрегулировать в соответствии с заводскими настройками. А именно, он должен едва касаться сектора дроссельной заслонки. И немножечко еще. Вот так. Для работы этого двигателя на холостом ходу предусмотрен воздушный и топливный жиклеры холостого хода. И, соответственно, свой канал холостого хода, который регулируется вот этим винтом. Канал холостого хода вступает в работу при закрытой дроссельной заслонке, а также при закрытом обогатительном канале, который закрывается обогатительным клапаном, когда двигатель уже прогрет. Поэтому регулировку карбюратора осуществляют на полностью прогретом двигателе. В инструкции к этому двигателю сказано, что этот винт должен быть выкручен ровно на 2 оборота. Раз. Два. И на прогретом двигателе регулировать этот винт на 1/4 оборота в плюс или в минус. Оборотах не хочет. Добавим половинку. Добавим еще полоборота. Итого 3 оборота. Добавим еще 1/4.
берем четверть. Два 75 оборота, мой вариант. Спасибо, что смотрели. Удачных вам ремонтов.